Здравствуйте, дорогие телезрители! Я хочу всех поздравить с праздником и в честь Дня защиты детей. Сегодня для вас тренировку проведут наши юные спортсменки. Наклоны в сторону по 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь с рукой. И раз, два, молодцы, еще три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разминаем плечи и стопы. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь назад круги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Следующее задание. Делаем наклоны вниз. Приготовились. Поставили ручки наверх. И раз, наклонились. Два. Вперед. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще раз. Спинка прямая. Три, четыре, пять, шесть. И опускаем голову. Семь, восемь. Закончили. Можно сделать еще две такие восьмерки. Задание на растяжку. И встаем на ножку. И растягиваемся. Поднимаем ручки. Сидим. Раз, два, три. Шейка длинная. Четыре, пять, шесть. Еще тянемся к небу. Семь, восемь. Молодцы, встали. И также на другую ножку. Делаем задание на растяжку. Приготовились. Ножку вперед. И садимся. Поднимаем ручки наверх. Тянемся к небу. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Встали. И обязательно повторим на другую ногу. И раз, подняли ножки. Два, опустили. Еще три. Прям в небушко тянемся. Четыре. Еще пять. Молодцы. Шесть. И последний раз. Семь. Восемь. Делаем махи назад. Встаем в положение кошечки, ногу сзади прямую и мах в голове. Раз, два, три, четыре, выше, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Делаем упражнение на гибкость спины. Ложимся на живот и беремся за ноги. Двумя руками и тянемся вверх. Раз, два, молодцы, еще три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опустили, отдыхаем. Продолжаем растягиваться. Берем двумя руками ногу и пытаемся прижать к себе прямой спинкой. Раз, два, три, четыре, молодцы, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ножку. И раз, два, три, носочки тянем, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! На сегодня это все. Берегите своих детей и занимайтесь спортом. Всем пока!